Прикоснуться к кремлевской елке смогли ученики Ульяновского детского эколого-биологического центра, точнее, к ее частичке. Семена главной зеленой красавицы страны были собраны в Москве и разосланы во многие регионы, в том числе и наш. Таким образом, Ульяновск присоединился к всероссийской акции «День кремлевской елки». Деревянный кубик с семенами внутри передали ученикам сотрудники управления по охране окружающей среды. И вместе с этими семенами, с кубиком, мы передаем сертификат участника. Сертификат вручается муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр». Объединения этого центра будут и проводить всю работу по подготовке семян к посадке, к проращиванию и к дальнейшему уходу. Ухаживать за будущими елками пообещали воспитанники биологического центра. Этот кубик сделан из древесины. В нем лежит 5 семян кремлевской елки. Их надо посадить в горшок и вырастить. При правильном уходе из этих семян могут вырасти здоровые деревья. В будущем они украсят наш город, а один экземпляр отправится назад в Москву.